Приветствую. Вот сегодня почти полуночный обзор. Ну, время где-то, не знаю, 12 час ночи. Или вечера, как правильно назвать, не знаю. И вот к этому моменту были изготовлены две комиссории из ШХ-15. Ну, как спрашивали, так изготовил. Вот. Вот такие вот варианты, без подставок. А подставок нет, потому что мне, ну, некогда реально этим заниматься. Вот. Поэтому, не знаю, наверное, может пленочкой обмотать и в чехол воткнуть. Потому что как-то мне совсем не до этого. Вот, бритвки только что сейчас заточил. Лосок будут мягко брить. Корейской березы. С латунными клепками. Там внутри, под ними, прозрачный эпоксидный клей, чтобы, ну, там всякая влага не попадала, ржавчина не заводилась. Вот, все по уму. Вот такие вот варианты у меня на сегодня. Будут они не из дорогих, ну и не из самых-самых дешевых, ну и не из дорогих совершенно. Прям вот точно говорю. Это черная корейская береза стабилизированная, и там стабилизированная зеленая. Вот. В чем разница? Это 100% клин. 100% клин. Такая вот бритушка. А это я не сказал. 75% клин. С легкой-легкой вогнутостью. Так, кромку-то получится не показать, не знаю. Кромка не шик блеск, но ровненькая, хорошая, отличная кромочка. Для клина вообще чудно. Вот так вот на сегодня у нас два варианта. Не знаю, уже вы уж сегодня на сайте или нет. Посмотрим, хватит ли мне еще сегодня сил. А на этом все. Коротко и по делу. До свидания.